Всем привет, дорогие друзья, с вами Шили, мы сегодня играем в Dishonored Date of Outside. Это одна из, можно сказать, продолжений Dishonored. Я ни одной части не играл, честно говоря, но раз недавно она вышла, то мы обязаны в нее поиграть и посмотреть, что она из себя представляет. Так, ну ладно, мы загрузились, и я думаю, как бы многие знают, что там что случилось с этой женщиной, там отрубили руку, она там была контрабандист какой-то, бандитка и так далее. Ну там был прилог, я его... Двигатель сломан. Ох ты. В трюме вода. Фушал. Где Дауд? Ты? Где ты? Где ты? Блин, давай посмотрим, здесь так-то прикольно. Нам нужно в ту сторону бежать. Станция пустует. Спрятать падший дом было нелегко, но сейчас здесь безопасно. Ох ты. Так, надо добраться, короче, я так понял. Добраться нам надо. Прыгнуть, может, в воду. Ух ты. Так прикольно. О! Все очень просто, оказалось. Ух ты, шепот крыс. Нажмите, чтобы услышать мысли крыс. Они перешепся друг другу, рассказывают о том, что происходит на улице, в подвалах, с крысиной точки зрения. Что? А, да, точка не понял. Что? Сори. Вы хреновые доносчики. Отправиться в баню. Айда. Айда в баньку. Тых-тых-тых-тых. Ох ты. Слушай, чувак, нормально все все? Ты что-то хреново выглядишь. Я тебя подберу. Парни, тут помощь нужна. Ой, ну ладно, полежи здесь. Мы с вами вообще договоримся когда-нибудь. Хреновые опять вы. Вообще ничего нормального не можешь сказать. Так не проклянуть так, что рожа гнойник. Ох ты! Ой! Руки нету. А можно еще что-нибудь отрезаться? Чувак, режь руку. Давай руку режь. Фу. Подобрать. А! Нет зарядов у меня больше. Стой, стой, стой. Все нормально, все нормально. Это не я. Смотрите, чуваки. Вообще нормально, да, пир? Вот это еще что? Фигня какая-то. С вами не договоришься, короче. Новый амулет. А, можно. Он пробуждает жизненную силу. Да ладно. Кричит кровь, проясняет голову. Скажи еще лучше. Думаешь, стоит купить? Нет, нет и нет. Не трать деньги на безделушки, Дафа. Они ни хрена не помогают. Ты что, как разговариваешь? Сила? А? Возьми мазь из красного послена. Намажь грудь перед матчем. Точно тебе говорю. Из красного послена? Я пробовал эликсир из черного послена. Он должен был добавить силу ударом. Натерся им, и тело онемело, как у дохлой трески. Две недели не мог ходить. Стоять. Давайте расскажите мне что-нибудь. Расти по условиям, по темному пути, скрыт высоко меж стен. О, здесь такие трупы. Выше мимо текущей воды и прогнившего дерева. Тайные комнаты наверху. Прочитать дневники. Из послушных разговоров крыс мы узнали, что есть другой способ попасть на второй этаж бани. Это путь, начинающий прямо над раздевалкой. От крыс? Нет. Так, мы, короче, нашли в раздевалке, как крысы сказали. Вот мы залезли сюда. И оказывается, да, здесь можно так вот пройти. Крыс можно послушать. Врожденная территория. Здесь вот врожденная территория. Любой, кто с нами будет... О, взять амулет.
Во, амулеты, костяные амулеты улучшают ваши способности, даже добавляют новые. Давайте посмотрим. Амулет сверх. Вы можете найти костяные амулеты с помощью или купить их на черном по умолчанию. Раздельный амулет в дневнике вы можете одновременно активировать 5 амулетов. Прочитать дневник. Ух ты, нифига себе, сколько дневник. Если кто-то на паузу может поставить, почитать, кому интересно. Так. Мы сейчас будем, наверное... Ух ты. О. Во, точно. Дауд никогда не проигрывал. Так, нужно как, короче... Ага. Здесь у нас как раз будет такое. Надо, короче, спасти это Дауда. Или как он, Даун, младший. Я тебе помогу. Что за фигня? Блин, я, наверное, скрытности ушел, и мне... Ага. Нашли ее следы? Просто... Да вы там что тупые. Крыса. О! Сори. Ой, сори, я, короче, тебе руку отрубил. Ну ладно. Побрать. Сори, ты просто здесь мешался. Не в том месте, не в то время. Не, кстати, прикольно так. Хочешь научиться манерам? Давай, не стесняйся! Ох ты! Чувак! Тарат. А давай просто кинь его туда. А, блин, не кидается. Так, давай кинем просто там. Ну, кстати, да. Что тут так, у вас там труп лежит. Да я тебе одной рукой хребет сломаю. Этот тоже пытался. Ух ты. Вот видишь, тоже пытался хребет сломать. Что у меня не получилось. Да, просим. Че-че-че-че. Опять что-то новое узнали. Сведения крыс, которые вы повстречаете, сообщают о том, что чуть дальше в проходе находится Локодава. Ключ от квартиры букмекера лежит в ведре около двери. Код сейфа зашифрован, книга под столом. Код двери. Ты снова здесь? Я тебя найду. Поделок. Как ты хочешь умереть? О, я не дам ей убежать! У тебя нет шансов. Давай. Давай, чамо. Хлоп. Блин, вообще, как бы это. Ну, надо было все-таки. А, на R. Все, во. Ловите. Лучше не придумаешь. О, у него тоже что-то было. Кошель. О, заряд.
Так, мы кассу. Двушка. Пятерка. Что у нас еще есть? Так, тихо. Мы воруем здесь. Тихо. Так, тихо. Да-да-да, мы ее здесь нету. Давай-ка... Валенский, а? Я не хотел с вами драться. Но реально не хотел. Даут. Надо Даут завалить, короче. Так, надо открыть тиски. А чё тиски? А может что-то засунуть в тиски можно? Сейчас мы выясним, короче, подобрать. О! Цепкая мина даже. А! Нет, это ничего. Ух ты! Ух ты! Я не думал, что так. Бутылка с хлороформом. О! Вообще, что тут только взять? Тут нет ничего. Короче, нам надо было так сделать. Сведения. Крысы, которые вы встречали... А, ключ от квартиры букмекер лежит в ведре около двери. Код от сейфа зашифрован под его столом. Вот, букмекеры, когда мы заходили. Так. Где там, кто там хотел на меня? А, кстати, вот это надо тоже подобрать. Тут там хотел меня... Ух ты. Думаешь, ты тут лучше всех, а? Ну, почти, смотри, как я могу. Да? А ты так можешь? Блин. А, зарядов нету больше. А бомба, оказывается, еще. А, давай вам это. Ой, закрыть здесь. Думаешь, ты лучше всех? Ну да. Кстати, я могу вам вот его голову. Смотри, какая голова. А. Ловите, ребят. Так, нам нужно букмекера взять. Да ладно, вы чё? Валенский. Так, я сгрузился снова с этого момента, потому что у меня... Потому что этот чувак... Ох ты! Все нормально. Крысы. Так, надо вообще... Тихо. Ты тихо, ты видишь, да? Давай, подожду я тебя. Ага. Идем. Окрестности. Че ты так не дошла? Ух ты, ох ты. Как, ну... Ну, тебе не суждено было, я не хотел тебя бить, если честно. Что здесь? Она где-то здесь. Опять... Ух ты. Ты чудовище! У тебя нет шанса! Ух ты. Ух ты, все, слава. Ох. Надо было их сразу поубивать, блин. Чем вот с ними драться что-то. Так, кот под столом, он говорил. Мне удалось рассознать. Это вот, типа, это чего? Так, подожди, подобрать. Подобрать.
Около двери в ящике, короче. Вот здесь. А, вот. Оскорбленный амулет. Во, нашли. Ой, денежки. Использовать. То есть, на вас... Используем. Неуклонимый убийца. Вы заметнее, если шумите или... А это что такое? То есть, в принципе, мы себя воткнули. Опа-на! И тут его не стало, чувачка еще одного, и мы взяли ключ от ящиков. В принципе, мы могли бы его вырубить, но это как-то неинтересно. Так, заглянем в замочную шкатулку. Да ладно. Сори. Ой. Вроде все нормально. Я просто не хотел с вами долго общаться. Слишком вы подозрительны. Так, что у нас? Бежать в пусть. Чё? Ну это я знаю, что там бросает каналу. Эй, думаешь, тебя не слышно? Так, давай. Обезглавить. Да уж. Да чё вражеская территория? Чё они тут? А, здесь нет, не вражеская территория. Да-то здесь их поубивали. О, всё понабирали. Всё поубивали. А, вот здесь вот. Нифига себе, вон он. Жесткий парень. Так, надо его освободить как-то. А, вот люк. Здесь я умру. Это ты похож, кстати, на этого. Может, как-нибудь отключить или еще? Так, меня здесь недавно убили. Я, короче, нашел вход. Точнее, дальше куда идти. По крайней мере, я как думаю. А здесь есть еще один вот. Вот он с этой стороны. Вот она, дверь здесь открыта. Закрыта, точнее. А с правой стороны она открыта. Я что-то не хочу зайти, если честно. Это вообще жесть. Посмотреть замочную клавишу. Вот этот чувак сидит. Тихо, все нормально. Так, ты подойдешь поближе, что ли? Вроде никого, да? Давай, уходи. Ну и ладно. Вечером идем. Здесь нарушитель! Не стоило сюда приходить! Ух ты, все. Так, тихо. Они там освободили, короче, этих волкодавов. И их двоих еще убили, эти же волкодавы. Вообще так прикольно было, эпично, если честно. Новый амулет я нашел. Так, еще у меня один есть. Сильный удар. Вы наносите больше урона клинком. Так, ну что, мы нашли, что нужно сделать. Это выключить это подавляющее устройство. И мы его просто вырубаем. Ух ты, тихо. Нифига себе он. Зато он телепортирует. Лерк,
Больше никого не осталось. Отлично. Я знал, что ты меня найдешь. Это было непросто. Нифига себе. Как ты здесь оказался? Поговорим потом. У безглазых больше тайн, чем ты думаешь. У меня есть корабль. Безглазые — это все-таки... Падший дом. Пришвартован за Акантильской ремонтной станцией. Дауд, я... Ничего не говори. Пили. Хватит того, что ты здесь. Мне нужна твоя помощь. Как прежде? Нет. Да он телепортируется. Че, какая помощь? Одно последнее дело. Ладно. Кто наша цель? Ну-ка. Тот, кто во всем виноват. Из-за кого появились секты. Черная магия. Это метка на моей руке. Черная магия. Мы убьем самого черноглазого ублюдка. Что? Ты... Вот этого, да? Ты хочешь убить чужого? Ты хочешь убить Бога? Кого, кого? Фига себе он... Объяснит. А, да, все объяснит. Но на этом мы заканчиваем. То есть мы освободили этого чувачка. И если что, возможно, это не последняя серия этой игры. А так, на этом все. С вами был Швиря. До новых встреч. Пока.